Девочки, привет! Сегодня мы с вами поговорим о консилерах и корректорах, то есть тех средствах для макияжа, которые скрывают разные неровности на лице. Вот я сейчас перед вами во всей своей красе, с пигментацией, с синяками под глазами. Есть консилер, а есть корректор. И то, и другое средство предназначено для того, чтобы скрыть какие-то недостатки на лице. Консилер – это более легкое средство, его можно наносить на большие участки кожи, а корректор – более плотное, и он работает уже точечно. Здесь три средства – два кремовых и пудра. Пудра для того, чтобы закрепить средство. Итак, с розовым подтоном – это для того, чтобы замаскировать синяки под глазами, а с желтым или с оливковым подтоном – это для того, чтобы замаскировать покраснение. Как наносим? Я хочу замаскировать синячки под глазами. Это корректор, и он наносится под тональную основу. Больше средства не набираю. Моя задача сейчас хорошо это растянуть. Сейчас я тональной основой все это сверху замаскирую. Ну вот, смотрите, с одной стороны я нанесла консилер под глаз и тональную основу, с другой стороны ничего не наносила. У меня кожа сама по себе, она такая прям прозрачная. Сейчас я вам покажу, что я делаю вот с этими консилерами. Один у меня более светлый, а один чуть темнее. Моя задача высветлить вот эту часть лица. Вот эта часть называется фотографический треугольник. Она самая первая бросается в глаза людям, поэтому она должна быть светлее. Можете посмотреть сейчас разницу. Это Giordani Gold и Giordani Gold в стике и в жидкой форме. Вот это консилер, а в стике корректор. Ой, много выдавила. Вот видите, как хорошо наносится, можно прямо на все лицо распределить, как тональную основу. Потому что он жидкий, это консилер. А вот это корректор. Его на все лицо уже сложнее будет нанести. Но он более плотный. Давайте посмотрим новинку. Консилер. Новый. В каталоге представлено два оттенка слоновой кости и естественный беж. Слоновая кость светлее, поэтому я его взяла. И написано, что скрывает прыщики, неровный тон с комплексом увлажняющих ингредиентов. Стойкое покрытие средней плотности. Сейчас будем пробовать. О, правда, он очень плотный. Мгновенный эффект, да? Бывает, что не все замаскировывается. Видно, что у меня здесь не такой уж прям идеально ровный тон. Когда ямка есть, то тень будет, ее ничем не замаскировать. Ну вот, смотрите, девчонки, как я выровняла тон лица. Ровно, да, получилось? Пигментации у меня достаточно много. Но в жаркий летний день мы так плотно не наносим макияж. Это вечерний вариант тона кожи.